Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим комплект автомобильных светодиодных ламп от компании Xiaomi, серия J8.2, на цоколь H7 с температурой свечения 6000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри находится небольшая инструкция по установке и две светодиодные лампы. Лампы имеют пассивную систему охлаждения, это радиатор, и то, что сама лампа полностью металлическая. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости лампы, не давая ей перегреваться. На каждой лампе используется по 6 светодиодов. Мощность ламп составляет 25 Вт. Подключается на питание как 12, так и 24 Вольта с помощью разъемов стандартных. На проводе подключения нет никаких драйверов, как мы видим. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Вот так вот отсвечивает данная лампа. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 2800 люмен. Довольно-таки ярко. Цветовая температура 6000 кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. При покупке на комплект таких ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.